зовут Стасик из группы Прессор, из деревни Костромы. Мы сейчас находимся в туре на 12 городов, и на данный момент мы приехали в Екатеринбург. У нас весной прошлого года вышел мини Grave Full of Fit. Вот. И сейчас буквально на неделе должен выйти сплит с одной американской и украинской бандами. И я думаю, ближе к зиме, где-то к Новому году, мы запулим такие новые альбомы. Ну, вообще, первый наш, по-моему, форматник. Нихуя не обещаю. Лучше обещать нихуя не будем. Обычно пишем мы долго, сладжево, медленно. Поэтому, да. Здесь был просто самый... Наверное, один из самых вообще чудеснейших концертов, которые я за свою жизнь играл во всех планах просто, и в плане народа, и в плане звука. В общем, я просто счастлив сегодня.